Добрый день или доброе время суток. Меня зовут Иван. Я не сторонник, скажем так, различного рода семинаров. Ранее никогда никакие не посещал. Но сегодня я посетил семинар. Вернее, не сегодня, а двухдневный семинар. В первый день где-то, может быть, слышал информацию, о которой раньше слышал, читал. Что-то казалось понятным. Но когда процесс пошел и наступил второй день, скажем так, тяжело выразить словами, но попробую. Если вы считаете, что у вас порядок во всем, и у вас есть четкий план действий и реализации, дабы быть уверенным в этом, я вам советую все-таки посетить данный семинар. Тем, кто считает, что может быть разногласие религии или еще что-то, я сам православный. В группе было, я так понимаю, 29 человек мусульман. Никакого дискомфорта я не почувствовал. Идет работа чуть ли не с каждым человеком. Ну, я остался доволен. Надеюсь, я научусь всем этим пользоваться, задавать правильные вопросы, правильные ответы получать, ну и пользоваться этим в жизни.